Что же девчонкам подарить, чтоб сразу наповал сродить? Проблему эту долго-долго мальчики решали. Но время шло, а как им быть, они пока не знали. Может, подарим им конфет? Чур я дам по конфете им. Нет, Карис не нужен им, конфеты сами мы съедим. Подарок лучше всех конфет. Это хороший пистолет, к примеру, боль или нога. Пойми, девчонка не пацан, как с пистолетом ей играть, в Мишута плюшевый стрелять. Давайте им цветов нарвем. Да где ж мы в марте их найдем? И что же делать нам тогда? Девчонками одна беда. Я знаю, как нам поступить. Попробуем их удивить. Решим, что в этот женский праздник их целый день никто не дразнит. С утра приятные моменты от нас для каждой комплименты. С утра? А ну-ка повтори. Ну что-нибудь про красоту и уври. Вот это да, какой ты хитрый. А дальше что? Девчачьи игры. Нам что, с ними в куколки играть? Денек придется пострадать, но мы ж мужчины, вы согласны? Кто за? Ну что ж, единогласно.